30 августа, в день Конституции Казахстана, вновь прибывшие сотрудники областного департамента юстиции примут присягу. А еще в честь 20-летия главного документа страны здесь состоится торжественное собрание. Почему этот праздник ведомстве считают важным и как основной закон связан с деятельностью судебных исполнителей, узнаете прямо сейчас. Как применить на практике законы Конституции, приставы знают. Они исполняют решения судей, восстанавливают права и интересы граждан, которые были доказаны. Законы и существуют для того, чтобы справляться с возникающими спорами и конфликтами. В демократическом обществе граждане должны быть способны разумно решать спорные вопросы. Необходимо всегда помнить, что важно не просто знать свои права и обязанности, важно их соблюдать. Система судебных исполнителей ежегодно совершенствуется и становится более открытой. Казахстанцы, чьи дела находятся в производстве у приставов, могут пользоваться услугами медиаторов или альтернативных специалистов, а также получить нужную информацию на сайте Минюста. На сегодняшний день, как результат свободы выбора, у граждан существует как альтернатива институт частных судебных исполнителей. Сейчас граждане могут выбирать между государственными и частными судебными исполнителями. День Конституции приставы отметят торжественным собранием. А вновь прибывшие молодые специалисты по традиции 30 августа примут присягу. Кристина Горбаченко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.